Здравствуйте, дамы и господа. Получил, значит, тут уже вскрыл сейчас Galaxy Tab Ultra. Это не все бумажки, которые тут вскрывал. Как ни странно, именно модель, которая идет с сим-картой. Ну, минимальная там память 12 на 256, но мне этого вполне хватит. Я карточку вставлю. У меня есть большая карта. Там она до терабайта поддерживает. В общем, немножко решил себя порадовать под Новый год. Вы знаете, прям вот случайно зашел на мегамаркет, который я называю все-таки Goods, как он раньше назывался. И там у них предложение проскочило именно с сим-картой. Вот эта модель в бежевом цвете. Galaxy Tab S9 Ultra за 95 с лишним, почти 96 тысяч рублей. Соответственно, мне до этого приходил промокод. Он, кстати, очень есть. Много его сейчас в интернете. Можете забить там промокод Мегамаркет. И там у них сейчас акции. Они там, если покупаешь за 100 рублей, за 100 тысяч, то минус 20 тысяч тебе гарантированно, значит. До последнего, пока он не приедет, не верил. И вы знаете, все сработало. 76 тысяч по кругу он мне обошелся. Ну, не полных 76. Вот, я его только что сейчас здесь распаковал. Одной рукой не получалось снимать. Ну, в общем, грубо говоря, вот сейчас я его сбоку вот здесь вот достану. Сейчас, минуточку. Впечатление просто вот колоссальные. Вещь, конечно, здоровенная, качественная. Ну, не знаю. Я такое раньше не видел, такого размера. Вот видите, какой он большой. Чтобы вы понимали, он самый большой сейчас считается планшет. Ну, больше я не встречал. Вот включаем его. Впечатление, конечно, от размера колоссальное. Единственное минус, это у него нету разъемов для наушников. Но почему я про это? Потому что у меня есть специальные колоночки. Сейчас покажу. Вот такие вот. Я их 100 лет назад покупал. У них нет Bluetooth. У них тут неплохой вот такой вот. Ну, мини-бумбокс такой. И он вот именно с проводком. На него ставится любой планшет, телефон. И, в принципе, это все работает великолепно. Звук хороший. Ну, и сейчас посмотрим, какой у него свой родной звук. Ну, все равно хочется как-то через колонки. Придется переходник покупать. Я далее, может быть, в описании скину. Я сейчас один заказал на Озоне. Посмотрим, будет он работать с ним или нет. Который именно, чтобы и заряжался, и включить наушники было возможно одновременно. ЦАП, грубо говоря, или ЦАП, извиняюсь. ЦАП он называется. Вот один заказал. Так, начать. Вот, значит, сейчас я вот это настрою. Есть у него такая вот хитрая вещь. То есть можно сейчас Android поднести и отсканировать. Сейчас попробую со старым своим планшетом Lenovo. Ну, как старый, он относительно старый, нормальный. Там десяточка работает очень хорошо, но он поменьше. В общем, как получилось, не знаю, но устройство подключилось, Lenovo. И этот тоже. Единственное, запросил геолокацию и вот сам подключился к Wi-Fi. Как ни странно. Дальше ждем. Странно, но все подключилось. И копирование осуществляется. Далее посмотрим. Угу. Далее. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Вот перенос данных, как ни странно, подключился. Как видите, Lenovo. Увидел Samsung. И все, в принципе, переносится. Хм, странно. Все прекрасно. И, в общем, планшет включился. Все еще перенос продолжается у нас. Вот так вот. Здесь вот он видно, что надо же, как все здорово. Установка приложений даже пошла. Да, прекрасно. Прекрасно. В общем, перенос данных полностью произошел. То есть можно даже не только с Samsung, а с любых других устройств, как видим, переносить. Ну, в общем, я полностью пока что доволен. Сейчас пытаюсь
включить что-то из, может, YouTube или видео, сейчас посмотрим. Ну, отключил YouTube, смотрите, как здорово работает. В общем, обалденный планшет, всем рекомендую, тем более с такой ценой. Еще раз говорю, обошелся он чуть менее 70, чем 76 тысяч. Там, в принципе, я могу даже... Где-то у меня есть доказательства. Сейчас покажу. Вот, как видите. Показываю Samsung 5G Tab S9 Ultra. Вот такая стоимость получилась у меня на сегодняшний день. Всем удачи, рекомендую. Сейчас он там стоит что-то порядка 110, но все равно минус 20 это дешево. Так что вот так вот.